Продолжается военно-патриотическая эстафета «Салют Победе». Символы седьмого этапа, посвященного городу-герою Смоленску, переданы из территориального управления Горское в Голицыно. Почтить память ушедших героев войны и выразить благодарность живым – главная цель акции. Сегодня в Одинцовском городском округе проживает 114 участников Великой Отечественной войны и 1744 ветераны Великой Отечественной войны. На Горской земле всего один. С каждым годом их становится все меньше и меньше. А это живые свидетели нашей великой победы. Символами этапа 2021 года стали копия Знамени Победы, архивная копия присяги смоленских партизан и ручная противотанковая граната РПГ-40. По традиции, на протяжении всей недели в Горском проходили культурные мероприятия и выставки, посвященные теме войны. В проекте «Салют Победы», сегодня, который мы увидели в Горках, участвовали все дети, пожалуй, которые есть в этом населенном пункте. Это и школа, и детский садик, и коллективы самодеятельности Дома культуры Горковского. Акция «Салют Победе» не только стала визитной карточкой округа, но и уверенно шагнула за его пределы. Пройдя все точки маршрута, эстафета завершится в Одинцове в конце года. За это время в ней успеют принять участие сотни юных патриотов. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».